Мне просто все-таки хочется немножко защитить наших коллег, да, журналистов, и сказать о том, что когда они пишут о невыразительной игре, они прежде всего имеют в виду счет на табло. Да, безусловно, счет на табло — это самое интересное. А ты говоришь, что ты смеешься над журналистами. Смеюсь. Когда они требуют показывать хороший футбол на наших огородах, где вот картошку сажать, ну, конечно, тяжело. Поэтому результат на первый план выходит. Надо учесть, что команды, которые более акцентированы на хороший футбол, игровики собраны в команде, то на таких вязких полях тяжело что-то показать. Мне лично тяжело играть на таких полях. Игорь, мы с Катей знаем, что ты не являешься сторонником перехода на систему осень-весна, или тебе просто не нравится... Нет, мне, скажу честно, без разницы. Мне не хочется, чтобы наш чемпионат проходил в хороших условиях и для зрителей, и для футболистов. Но в интервью ты говорил, да, что тебе не по душе это. Именно то, как устроен переход. Ну как мы по душе, когда мы играем, вот уже 3 тура или 4 прошло, мы играем -8, -7, и нет полей. Мы набрали за 2 круга, обеспечили тебе хорошее, уютное место. Сейчас мы это все теряем из-за того, что я считаю, что это просто из-за полей. Из-за полей, из-за такой, ну, некомфортных условий. Я вижу, что сейчас мы просто, ну, не то, что не готовы, наверное, нам всем некомфортно. Играть можно только в Лужниках. Если бы все было по старинке, то Динамо в прошлом году взорвало. Нет, я не говорю по старинке. Тут даже дело не в медалях, а в самой структуре. Не обидно то, что сейчас наши матчи центральные посещают очень мало зрителей. Да. Ну, холодно. По 10. Вот, я и говорю про условия. Ты понимаешь логику, что... Я скажу честно, сейчас, когда это все происходит постепенно, мы все видим плюсы и минусы. Я думаю, все-таки, как мы... играли, наверное, тот чемпионат самый оптимальный был. Мы начинали чуть позже, мы летом играли на хороших полях. Позже всего лишь на 1 неделю. Ну, надо учесть, что постепенно поля улучшались. Сейчас, когда мы за этот период времени проводим большее количество матчей, поля ухудшаются, и к маю они не будут лучше.